Дульчумель – один из тех сериалов, которые жалеют, что он не финальный. Поклонники сериала, которые хотели, чтобы сериал «Дульчумель» продолжался, были очень расстроены информацией о завершении финальных съемок сериала, отраженной в социальных сетях на прошлой неделе. Из-за того, что некоторые недели не транслировались в сериале «Дульчумель», были большие перерывы, и эта ситуация также сильно повлияла на лояльность зрителей. 12-я новая серия сериала «Дульчумель» встретит зрителей вечером в четверг, 6 июля. Вечером 13 июля ожидается выход в эфир заключительного эпизода сериала. Тот факт, что сериал «Гулсимрл», объединивший Мелис Сизен и Мурата Уналмиша, идет к финалу, многие поклонники сериала не принимают. Потому что этот сериал считался сериалом, который должен быть продолжен во втором сезоне с точки зрения сюжета сериала и игры актеров. Желание Fox TV сделать финал из-за более низких, чем ожидалось, рейтингов, кажется, соответствует его предыдущей стратегии. На самом деле, тот факт, что руководство канала дало дополнительное время проекту «Дульчумель» и попыталось немного снизить реакцию зрителей, можно считать отражением их чувствительности. Тот факт, что сериал, который особенно взволновал поклонников турецких сериалов за рубежом, создал сильное взаимодействие в социальных сетях, похоже, послужил эффективным продолжением до 13 серии. Что произойдет в 12 серии сериала «Гулсимрл», также было предметом любопытства. Вот подробности из 12 эпизода, который появится на экране вечером в четверг, 6 февраля. Мустафа, узнав правду о Пехлеван, глубоко потряс и Дева, и Дульчумель. Дева, находящаяся накануне принятия важных решений, покидает дом. Дульчумель также отпускает ее. Однако Дульчумель с ужасом узнает, что Гара – мать Девы. Понимая, что ничто уже не может быть прежним, Дульчумель планирует новую жизнь. Дульчумель, которая хочет убрать Мертая из их жизни, получает удар от своей сестры Гулендам. Дульчумель, которая, несмотря ни на что, не может отказаться от Девы, оказывается у ее дверей. Однако наутро той ночи Дульчумель — человек, потерявший все. Он совершенно одинок. И он принимает решение, которое шокирует всех. Он признает свое поражение и уходит, чтобы никогда не вернуться.